Скоро Пасха, и я наконец-то решился испечь пасхальный кулич. Нам понадобится 150 грамм дрожжей, 0,5 килограмма сахара, 0,5 литра молока, 250 грамм сметаны, 250 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки постного масла, 8 яиц, 7 мы разобьем в тесто и 1 желток, а 1 белок пойдет на глазурь. 1 чайная ложка соли, 2 грамма ванилина, 100 грамм цукатов и 200 грамм изюма. Изюм заливаем кипятком, потом сцеживаем и на бумажном полотенце высушиваем. И 1,5 килограмма муки. Для глазури нам понадобится 1 белок, немножко лимонного сока и сахар. Посуду, в которой будем замешивать тесто, разбиваем яйца и засыпаем сахар. Взбиваем все венчиком до однородной массы. Яйцо с сахаром взбили венчиком, теперь добавляем молоко, сметану, сливочное масло. Подсолнечное и дрожжи, засыпанные сахаром, чтобы они хорошо сработали. И соль. И продолжаем взбивать венчиком. И не забудьте влить опару. Опару делайте в большой банке, потому что при брожении поднимается очень высоко. Все взбиваем до однородной массы и потом начинаем постепенно вводить муку.
Добавляем изюм. И цукаты. И всыпаем последнюю муку. Ну, всю остальную. И замешиваем тесто. Использовать я буду вот такие бумажные формы. Сейчас смажу их подсолнечным маслом и начнем накладывать тесто. Тесто подошло. И сейчас вот формочки смазали подсолнечным маслом. И сейчас будем формировать шарики и закладывать в это. Закладывать будем наполовину. Тесто поднимется и паста будет полная. Чтобы было удобнее ложить тесто, мы будем использовать подсолнечное масло и таким образом формировать шарики.
И вот спустя 4 часа у вас такая красота получится. Куличи очень ароматные, очень мягкие и очень вкусные. Мы уже один съели. Всем спасибо за просмотр. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!